Всем привет! Я думаю, всем известно, что люди в Гугле постоянно что-то ищут, и их количество растет постоянно, я бы даже сказала ежеминутно. В минуту 3,8 миллионов, в час 228 миллионов, в день 5,5 миллиардов, в месяц 167 миллиардов. Отслеживать эти интересы, узнать, что пользователи ищут по всему миру, что сейчас находится на пике популярности, довольно-таки просто. И в этом нам помогает такой инструмент, как Google Trend это бесплатный инструмент, который показывает реальные запросы поисковые пользователей в Google поиске, в Google картинках, в Google покупках, а также на YouTube. Введя ключевое слово или тему, можно узнать, чем интересуются люди, что они ищут практически в режиме реального времени. Эта информация может помочь вам создать контент-планы и э, создать и улучшить какие-либо идеи для э, вашего контента, который вы создаете, причем абсолютно бесплатно. Меня зовут Алена Полихович, и, как вы поняли, сегодня речь у нас пойдет с вами об инструменте Google Trends. Для чего вообще нужен этот инструмент? С помощью его мы можем посмотреть график изменения популярности запроса в течение времени. Для этого мы с вами просто наводим курсор вот здесь на график после того, как мы ввели поисковый запрос, и можем увидеть число, которое характеризует, как часто выполнялся поиск по этому запросу относительно других запросов в Гугле. То есть вот мы видим здесь 28 было запросов, здесь 47 запросов, с 10 по 16 апреля, вот здесь был пик 17 по 23 апреля, 100 запросов и так далее. Так, что же можно узнать на главной странице Google трендов? Ознакомиться с возможностями сервиса можно прямо сразу, открыв только Google тренды. На главной странице каждый из блоков наглядно показывает один из разделов. То есть изначально мы, когда сюда заходим, мы видим актуальные, то есть что больше всего сейчас конкретно интересует пользователей, Топ-запросы, вот здесь мы видим по новостям, поварны с живыми, генератор дизельный поисковых запросов 2000+, новости Украины и так далее. Можем нажать еще и у нас откроются более подробные запросы. Вот видите 11 октября 2022 года, как раз сегодня 11 октября. Вот здесь предыдущие дни у нас, 10 октября и так далее. И мы видим количество запросов по этому поисковому запросу. Также можно увидеть, какие темы пользовались популярностью у пользователей Google в определенном году. Вот здесь вот год в поиске, вот как раз можно здесь выбрать год и посмотреть, что конкретно в этом году, какие темы были популярны. То есть вот тут и фильмы года, самые популярные запросы, сериалы и так далее. Тем очень много. На первом экране у нас с вами расположено меню Гамбургер, в котором а, есть переход на разделы, анализ, популярные запросы, год в поиске и подписки. Итак, давайте разберем с вами самое важное и основное. А, например, вот здесь раздел Анализ выбираем. И здесь мы можем проверить с вами запросы в следующем формате. Это поисковый запрос или же тема. То есть я, например, пишу... Google Ads. И вот здесь, вы видите, могу выбрать поисковый запрос, а могу выбрать тему. Если же я выберу поисковый запрос, то здесь будет анализироваться именно сам запрос в широком соответствии. Вот здесь у нас динамика популярности, как обычно выводится, популярность по регионам, похожие запросы еще по теме и так далее и здесь мы можем выбирать естественно где мы хотим посмотреть весь мир или конкретные регионы период указать категории и веб поиск если же мы с вами выберем тему, а не поисковый запрос. Здесь будут нам показываться все абсолютно запросы, которые связаны конкретно с этой темой. То есть все запросы, вот мы видим, которые связаны с темой Google Ads. Отличия вы можете найти, если будете сравнивать между собой запрос и тему. То есть вот здесь я нажимаю сравнить, пишу также Google. Ads и выбираю э, тему э, запрос всегда будет уступать теме как вы видим вот у нас запрос синеньким в среднем 54 раза и тема 76 раз то есть по графику у нас э, видно что э, запрос уступает э, теме ну и конечно здесь у нас сводка по регионам похожие запросы все как обычно как вы поняли я думаю работать с google трендами довольно таки просто все что нам необходимо это ввести интересующий нас поисковый запрос в строку поиска и дальше уже нажать Enter и анализировать. Лучше всего, конечно, начинать с общих таких запросов, высокочастотных и далее переходить к среднечастотным запросам. Таким образом, это нам даст больше информации по запросу. То есть мы сможем собрать большее количество данных для анализа. Например, запрос «Купить элитную косметику» лучше всего начинать анализировать с более общей фразы это купить косметику как обычно, нам тут приводится график, на котором мы можем, если мы наведем на конкретную точку на графике, то мы сможем увидеть показатели популярных ключевых слов в Google в определенный период времени. То есть мы видим тут вот разные циферки нам показываются. Алгоритмы Google, они отображают не абсолютные значения, а относительные. Это вы должны, конечно же, учитывать. Отображаемые числа, которые вы здесь видите на графике, они показывают популярность слова или словосочетания в отношении общего количества запросов за промежуток времени. Если график восходящий, значит интерес к теме растет, а если нисходящий, то, соответственно, падает однако это вовсе не значит что запрос реже вбивается в поиск просто скорее всего другие запросы у них популярность растет гораздо быстрее чем у конкретно этого запроса при поиске в google тренде мы можем посмотреть с вами динамику популярности то есть график изменения популярности запроса с течением времени вот здесь мы можем увидеть и сравнить для этого мы наводим курсор на график и видим число, которое характеризующие, характеризует, как часто выполняли поиск по этому запросу относительно всех запросов в Гугле. Ниже будет идти у нас с вами разбивка по регионам. Мы можем сделать сравнение, но мы здесь не увидим с вами количество трафика, а лишь процент от максимального значения. Так, если мы с вами решим поменять дату, например, взять не за последний год, а, допустим, за последние пять лет, то мы с вами увидим разницу топа популярности между темами. Здесь сразу у нас резко поменяется с вами график. Но как узнать реальный трафик запроса? Здесь нам уже поможет только планировщик ключевых слов. Для этого мы переходим в количество запросов и прогнозом, Вводим необходимое нам ключевое слово, например, iPhone 13. Нажимаем кнопку «Начать» и узнаем реальный трафик в нужном нам регионе. Выбираем вот здесь там, регион, например, Украина. Включить, сохранить, выбираем нужный нам э, дату, период, там последние 12 месяцев, 24 месяца, можем, ввести свою дату или же выбрать конкретный год. И здесь мы увидим среднее число запросов в месяц конкретно по нашему интересующему нас запросу. Но Google Ads покажет вам не все слова. Допустим, если тематика запрещена, то прогнозы вы не увидите. То есть кальян, например, запрещен, поэтому если я напишу кальян, нажму начать, мне не покажут никаких данных, как вы видите, здесь в прочерке. Однако Google тренды тут придут вам на помощь, и там вы легко сможете посмотреть динамику запросов. Например, я вбиваю кальян поисковый запрос в Google трендах, и, как вы видите, мне показывает а, все. динамику популярности, популярность по субрегионам, а, похожие запросы и так далее. То есть, вот в такой тематике нам как раз Google тренды прям идеально а, помогут. Google тренды не покажет вам совсем корректный, правильный график. Однако она покажет вам, является ли тема супер популярной или же интерес к ней наоборот падает. Может возникнуть такой вопрос, что же делать, если ваш запрос ну, слишком супер широкий. Например, выкуп авто. Да? Давайте возьмем выкуп авто. Таким образом он довольно-таки широкий но мы можем его судить за счет категории. Например, мы набираем, выжим, нажимаем кнопку категории и выбираем автотранспортные э, средства. И таким образом у нас уже будет более правильная и четкая картинка. Также можно проверить тренды не только по поиску. Если вот здесь мы нажмем с вами, то мы можем произвести э, анализ по поиску по картинке, поиск по новостям, поиск по товарам и даже поиск э, в YouTube. Э, причем тренды Ютуба ⁇ это единственное место, где можно проверить аналитику популярности в виде кривых по вашей теме. Так, как узнать нам популярность нашего запроса? Во-первых, мы смотрим на динамику популярности, где мы можем а, посмотреть периоды, в какие периоды конкретно тема была популярна. Например, косметику, купить элитную косметику. Да? А, дорогая косметика, да и вообще косметика, она тоже зависит от сезонности. И, например, если мы посмотрим на этот график, то мы увидим, что а, пик всегда у нас приходится где-то а, на Новый год, потом идет у нас спад, потом Потом у нас идет снова пик например с 13 по 19 февраля потом снова у нас видите спад и потом постепенно пик идет а, с марта с 6 по 12 марта прям и снова идет у нас спад и вот так вот а, волнами а после праздников обычно всегда идет конкретное снижение по сравнению с праздничным периодом а, и Например, мы можем посмотреть, что оно у нас продолжается где-то до э, июля, и вот с июля оно э, растет, в принципе, если сравнивать э, праздники, и в августе снова э, падает. Поэтому где-то июнь, э, июль это месяц, где вот больше всего летом интересуются приобретением косметики и меньше всего все-таки вот уже после весны. То есть мы можем сделать вывод, что, например, косметика чаще всего интересуется с октября по март, а дальше у нас запросы падают и пользователи не так активно ищут покупку косметики. И что нам делать с этой информацией, вы скажете? Это хорошо использовать, например, если вы используете рекламу, Google рекламу, да, Тогда нам стоит ее усилить или продумать какие-то дополнительные промо-акции, скидки, переработать объявления, переработать компании, усилить их бюджет, возможно, даже поднять где-то ставку. Также трендовые ключевые запросы можно проверить при помощи поиска по картинкам. И, например, относительно фразы «купить косметику» вы столкнетесь с такой интересной информацией, что, оказывается, ключевое слово «женская косметика» и «мужская косметика» они гораздо более популярны и просматриваются гораздо чаще, чем просто ключевой запрос «купить косметику». Для чего эта информация, спросите вы? Она будет как раз-таки очень полезна при формировании атрибута «alt» к размещенным на сайте изображения. Куда полезнее будет прописать в карточке товара «женская косметика» или мужская косметика определенного бренда, чем просто везде писать, вбивать одну и ту же фразу купить косметику. Также еще одна популярная и достаточно нужная функция, особенно если вы настраиваете рекламную кампанию, это смотреть запрос по популярности по субрегионам, по конкретным областям. И здесь вы, например, посмотрите, что запрос купить косметику за 12 месяцев чаще всего пользовался в Кировоградской области, на втором месте в Харьковской области, на третьем месте стоит Одесская область. И эта информация поможет нам определить возможные рынки сбыта нашей продукции. То есть, если вы, например, настраиваете рекламу на всю Украину, то стоит дать отдельный больший бюджет, например, сосредоточиться больше на конкретно этих областях, где чаще всего запрашивали такой поисковый запрос. Google тренды также могут показать нам, какие еще поисковые запросы вбивают люди, связанные с вашей тематикой. То то есть, например, вместе с фразой купить косметику в Украине еще также запрашивают купить косметику после бритья. Это сверхпопулярный поисковый запрос Ева, это магазин косметики. А, купить детскую косметику и также вот здесь а, какие у нас популярные а, темы. Эта информация помогает нам при составлении семантического ядра. А, и она поможет нам охватить большее количество полезных и нужных для нас а, запросов. И тем самым, соответственно, поможет нам расширить аудиторию аудиторию нашу в Гугле, на которую мы будем с вами в дальнейшем таргетироваться. Часто SEO-специалистам необходимо знать, какие слова часто употребляются с интересующих их поисковой фразы. Для этого Google Тренды поддерживают несколько операторов например фраза купить косметику результаты обработанного запроса будут содержать слова купить и косметику в любом порядке при этом могут появиться близкие варианты например купить набор подарочной косметики или купить мужскую косметику или купить детскую косметику в показанные результаты не будут включены неправильно написанные запросы а синонимичные слова и формы во множественном числе если мы поместим фразу купить косметику в кавычки то мы увидим частоту употребления конкретного популярного ключевого слова в google объем мусорных запросов будет сразу увеличен в несколько раз поэтому такой оператор лучше использовать для общего ознакомления рынка Атрибут минус, то есть дефис. Например, вы используете косметику, дефис диор. В таком случае Google предоставит вам все результаты по фразам, которые не содержат ключевого слова dior. Если же вы, например, не занимаетесь реализацией косметики такого бренда, тогда лучше исключить этот запрос из статистики, чтобы она была гораздо более чистой. Написание слова с ошибкой, например, косметика плюс косметика, потому что очень часто пользователи могут допустить опечатку, сделать какую-то просто грамматическую ошибку, и для того, чтобы проанализировать вам статистику подобных запросов, вы можете вводить разные варианты использования, то есть даже ошибочные, и при этом каждый из представленных результатов будет считаться уникальным запросом как использовать Google Тренды для пользы своего собственного сайта. Google при большом количестве результатов и высокой частоте запросов начинает блокировать отображение страниц с похожими результатами. Почему, собственно, он так делает? Потому что система, поисковая система пропускает наиболее важную информацию вперед повторяющуюся. И таким образом, образом пользователи могут получить наиболее важные, наиболее точные новые данные вместо огромного количества клонированного текста. В качестве примера давайте, допустим, возьмем тренд популярного певца Эминема и узнаем, как ранжируются трендовые ключевые запросы. Мы вбиваем в поисковый запрос, выбираем новости и смотрим, что есть, допустим, какие-то новости. Допустим, вот это, да? И теперь мы проверим запрос в рейтинге для этого мы с вами переходим в Google тренды. Так, возвращаемся сюда, прописываем то, что было у нас в новости. Поисковый запрос. Допустим, выбираем по всему миру за последние 7 дней. Так, и прокручиваем еще по теме Поисковые запросы. И мы увидим, что это произошло в 2007 году. В топ-сайты попадут сначала те сайты, которые первыми разместят эту новость, а потом на первую страницу выдачи будут выходить ресурсы, которые предлагают наиболее свежие данные о развитии событий. При помощи подобных вовремя обновляемых сниппетов можно поддерживать популярность ресурса и удовлетворять запросам поисковой системы. Такой же принцип работает не только в отношении новостных сайтов, но и других сайтов, интернет-магазинов, ресурс-компаний, видеостоков. Каждый сайт должен иметь максимально полезный и рабочий контент, который должен быть обязательно уникальным. Уникальность должна быть не только формальная, но и смысловая. Существует несколько сфер, в которых пригодится вам Google Trends. Во-первых, это отслеживание активности клиентов. То есть, при помощи Google Trend, который довольно-таки простой инструмент, как вы успели заметить, но довольно-таки удобный. Можно узнать, в какой период времени клиент интересуется тем или иным товаром, и это поможет вам более грамотно создать, например, рекламные кампании и выделить на них бюджеты. Где-то, в какой-то момент, больше бюджетов поднять ставки, где-то, возможно, вообще не стоит запускать ваши рекламные кампании. То есть, вы не будете попросту тратить деньги в Круглый год, а запускать рекламу только тогда, когда ваш продукт действительно интересен э, пользователю. Также это поиск новых рынков сбыта. То есть, если у вас снизилась прибыль в определенных регионах или вы хотите выйти на новый уровень дохода, то Google Trend вам тоже тут может помочь. Э, инструмент покажет, в каких соседних областях продукт продается так же, как, э, так же хорошо, как и в той области, где вы сейчас работаете. Плюс разработка, конечно же, семантического ядра. Если вы упустите или ошибочно используете, ключевики они способны а, снизить выдачу сайта в поисковой системе а google тренды покажут какие поисковые запросы клиенты вбивают в поиск наиболее часто плюс также получение идей для вашего контента например для статей в блог а, для грамотного создания новостей и пресс-релизов. Допустим, вы при помощи Google Трендов определили, что в каком-то регионе можно повысить продажи, и вы можете об этом рассказать в своем блоге, потому что полезная информация, она привлечет внимание клиентов в любом случае. Ну и плюс ко всему этот инструмент может использоваться при выводе новостного ресурса в топ поисковых систем. Ну и как ни странно, вы можете создавать вирусные видеоролики. Вы можете рассказать о своем товаре, услуге или продукте, который вы представляете или же продаете при помощи роликов, которые будут вероситься в соцсетях. Для вам просто достаточно узнать частоту запросов жителей определенного региона и их интересы. Как вы видите, инструмент довольно простой, но очень многофункциональный и дает кучу полезной информации. Если вам был полезен этот ролик, то обязательно ставьте лайк like на него, делитесь с ним в соцсетях, оставляйте свои комментарии, вопросы. Мне, например, будет очень интересно узнать, пользуетесь ли вы Google Трендами. Если да, то в какой сфере вы работаете и как часто вы пользуетесь данным сервисом? А возможно, вы можете поделиться какими-то еще интересными сервисами. Обязательно пишите в комментариях. До новых встреч и хороших вам продаж!